Самое сложное это как объяснить трехлетней дочери. Я не паникую просто. Ну, нам страшно, да. Вот. Я придумал сказку, я ей сказал, что это гром. Иногда небо сердится, и нам надо спрятаться. Слышали первые выстрелы 24-го. Есть комендантский час, летают самолеты, воют сирены, что-то где-то рядом взрывается. Просто хочется сказать большое спасибо всем, кто оказывает помощь. Потому что вовремя протянутая рука спасет жизнь. Если бы сказали, кто герои, я бы сразу сказала Хесед. Все работники Хеседа – настоящие герои. Ездите под бомбежками, бегаете под обстрелами. Я думаю, с Хеседом переживем.